С 1 февраля в стране вырастут пенсии. Размер индексации 6,5%. С таким предложением к правительству обратилось Министерство труда. В соответствии с законом о трудовых пенсиях, с начала следующего месяца должна быть осуществлена индексация размера страховой части трудовой пенсии по старости, а также размер трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение происходит исходя из уровня роста цен за 2013 год. По данным Росстата, рост потребительских цен за год составил 6,5%. Так что и пенсии вырастут на 6,5%.